Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача «Семейный вопрос». И я, автор и ведущий этой передачи, руководитель движения «Семья, любовь, отечество» Людмила Рябиченко. Мы с вами говорим о том, что встречает семью в современном мире. Мы пытаемся вместе ответить на те достаточно сложные вопросы, которые ставит жизнь перед нашей семьей. И поводом для создания передачи послужили ваши письма, дорогие друзья, которые в большом количестве, в бумажном варианте, в электронном виде приходят на наш адрес. И мы открыты для этих контактов, и вы видите адрес электронной почты, по которой вы можете обратиться к нам тоже со своим вопросом, и мы будем рады вместе ответить на него. И мы бы хотели с вами продолжить разговор на ту тему, о которой мы с вами, в общем-то, начали говорить в прошлый раз. И это тот вопрос, который в таком своеобразном рейтинге стал первым. Это вопрос о ювенальной юстиции. И действительно, что может быть важнее для семьи, чем безопасность собственных детей, чем сохранность семьи, чем сохранность ее границ, чем будущее этой семьи, будущее детей. И действительно, ювенальная юстиция представляет самую настоящую угрозу. Потому что ювенальная юстиция – это система. Система насильственного перехвата прав родителей на воспитание собственных детей и передачи этих прав иным лицам и организациям. Вот так в общих чертах это можно обозначить.